Проводим первые испытания нашей новой коптильни. Вчера засолили форель. Сейчас она вон там висит, подвяливается. Но лиха беда начала. Итак, прошло 8 часов. Рыба должна была просушиться, подвялиться. Вот она такая стала. Вон сухенькая, хорошенькая. И мы начнем ее коптить. Такой у нас тут дымогенератор. Это компрессор. Ну вот так как-то его включим и будем разжигать. Первый раз это делаем. Не знаю, что будет. Должен по-хорошему сейчас пойти дымок. Вон, дымок пошел. Ждем полтора часа. Так, прошло 2 часа. Ничего. Щипа прогорела. Вон она, рыбка. О! Ну, по цвету похоже на правду. Пробуем ее еще ободать из парогенератора. Так, и начинаем последнюю стадию. Обработку паром. Чтобы рыбка была посочнее. Вот. Налили водички в парогенератор. Воткнули. Ждем. Итак, в 2 часа ночи мы закончили копчение. По правилам положили ее в сухое прохладное место, то бишь наш домик, и она там настоялась до утра. Выглядит красиво. Будем пробовать. Снимаем. Да, веревочку. Веревочку. Запах идет очень. Запах правильный, да. Ой, отделяется кожица, это прям вообще. Так, кот возбудился. Где он тут ходит? Ну, вот пробуй, так. Давай, пробуй, рассказывай. Давай, Лёша, ты первый. Я пробую? Да. Ты пробуешь? Давай, я пробую. Угу. Ой, какая рассыпчатая. Ну что, получилось, по-моему? Да. Получилось. Да, похоже. Ура! Вкусно. Вкусно. У нас получилось.